Доброе утро, добрый день. У кого-то, может быть, уже дело близится и к вечеру. Всех приветствую. У нас очередной вебинар большого, красивого и очень любовного такого проекта «Франция, я люблю тебя». Сегодня я буду вам вещать не одна, а вот вместе с Изабель, которая тоже к нам обратилась. Доброе утро. Доброе утро. Прекрасно. Еще раз, пожалуйста, в чате нам просигнализируйте, что нас обеих видно, слышно, видно презентацию, у вас все прекрасно со звуком, с изображением, и мы можем начинать наше утро. Ага, все прекрасно. Давайте вы будете нашим таким маячком, если что-то вдруг пойдет не так, потому что мы все вещаем с разных концов света, можно так сказать. Изабель обязательно расскажет, откуда она будет сегодня нам рассказывать про французские Альпы. Вот. Сейчас я немножечко расскажу, напомню вам про проект. Если что-то вдруг пойдет не так, обязательно пишите в чате. Самый лучший способ, скажем так, побороться с любым зависанием, да, видео, изображения, звука, это перезагрузить страничку. Если не помогает, тогда обязательно пишите. Вот. Ну или если мы вдруг случайно пропадем с ваших экранов, мы тоже поймем, что что-то не так. Итак, я надеюсь, что у нас будет все сегодня великолепно, что у всех прекрасное настроение. Вы уже заряжены нашими предыдущими вебинарами по Франции, этой великолепной стране, по которой мы все безумно скучаем. Мы очень надеемся, что совсем скоро сможем снова насладиться видами любимых городов и тем более горнолыжных склонов. Да, мы все с вами здесь такие заядлые любители такого отдыха. Продолжение проекта «Франция, я люблю тебя». В предыдущих вы познакомились с экскурсионным, скажем так, многообразием возможностей Франции, изучили пляжный отдых, лазурного побережья, шопинг, гастрономические туры. Ну, в общем, практически все мы охватили, и вот оставили на сладкое горнолыжные туры. Итак, напоминаю, что если вы по каким-то причинам не подключились еще к нашему проекту, то все вебинары, которые уже прошли, доступны в записи на нашем YouTube-канале PAC Experts. Сегодня есть возможность нас послушать в прямом эфире. Завтра наши коллеги будут рассказывать тоже о горнолыжной Франции, но уже о такой, скажем так, VIP Франции горнолыжной. Сегодня мы, скажем так, будем вещать, расскажем все с самого начала, да, какая она прекрасная, какая она замечательная. Итак, как обычно, по итогам проекта доступно тестирование всем участникам, и те, кто максимально здорово пройдут, получат дипломы от нашей компании. Результаты мы объявим 2 июля. Итак, настало, да, собственно говоря, вот то, о чем я сейчас вещала, какие вебинары уже были и что нас ждет сегодня. Итак, настало время представиться. Меня зовут Белозерова Дарья. Надеюсь, мои агенты где-то здесь в чате тоже есть. Передаю привет всем. Я по всем очень соскучилась. Надеюсь, что мы совсем скоро с вами со всеми увидимся. Менеджер по работе с полномочными агентствами компании PAC Group. И сегодня для меня большая честь, что к нашему вебинару присоединился, будет рассказывать настоящий специалист в французской горнолыжке Изабель Жансон. Это представитель комитета по туризму региона Овернрона-Альп. Вот передаю слово Изабель, потому что именно она сегодня, как эксперт и специалист, будет вам рассказывать о курортах. И я, с вашего позволения, буду добавлять информацию о том, где на этих курортах наиболее комфортно, удобно и здорово будет размещаться. Поэтому, Изабель, передаю слово. Спасибо большое, Дарья. Bonjour à tous. Еще раз доброе утро, дорогие гости. Я очень рада быть с вами сегодня утром и искренне благодарю PAC Group за приглашение. PAC Group – наш главный партнер. Мы давно, можно даже сказать, очень давно сотрудничаем и тесно дружим. Я представляю комитет по туризму региона Овернрона-Альпы, который активно работает с Россией уже давно. 14 лет назад я открыла его представительство в Москве,
И продолжая работать в горнолыжном туризме с тех пор, я была свидетелем развития русского туризма на наших французских курортах. Сначала на самых крупных, таких как Куршевель, Мирибель, Валторанс, Вальдизер, Шамони, а уже на всех других. На данный момент я представляю Auvergne-Rhône-Alpes Tourism с французских Альп, откуда я, собственно, с вами разговариваю. Россия и Франция, как и весь мир, переживают странный, необыкновенный и тяжелый период. Во французских Альпах офисы по туризму, отели, рестораны снова открываются, и туристы постепенно возвращаются в наши горы. Наши партнеры... Здорово, мы все очень хотим вернуться. Да. Прямо держим кулаки. Мы очень скучаем по вам, очень вас ждем. Вот. Поэтому наши партнеры, они делают все возможное, чтобы адаптировать свое предложение, чтобы вашим клиентам было не только безопасно, но и комфортно, и самое главное, во время каникул, конечно, весело. Но об этом я расскажу завтра в рамках завтрашнего вебинара. Сейчас я хочу предложить вам узнать больше о крупнейших зонах французских Альп, об основных курортах, о том, какое прекрасное катание они предлагают, об их особенностях и различиях, и также о многочисленных развлечениях, которые сделают любое путешествие особенным. У нас с вами сегодня насыщенная программа, 16 прекрасных курортов. Так что, поехали! Мы начнем с трех долин. Три долины, его трассы объединяют широко известные курорты. Это Куршевель, естественно, это Мирибель, Валторанс, Бриде-les-Bains, Les Menuires, Saint-Martin-de-Belleville. Три долины очень удобно расположены и особенно удобно с аэропорта Шамбери, куда летают чартерные рейсы. Три долины – это самая большая объединенная зона катания в мире. Цифра, это звучит огромно, это звучит так, 600 километров трасс, 180 подъемников. Это великолепное катание для любого уровня, от начинающих до продвинутых. Это также много зон для детей, и каждый год они расширяют это предложение для семейного отдыха. Я вам предлагаю начинать с самым высокогорным курортом Трёх-долин и также с одним из самых популярных курортов среди русских туристов. Это, конечно же, Валторанс. Валторанс находится на высоте 2300 метров. Валторанс, естественно, снежные условия великолепные. Это позволяет открыть сезон очень рано. В этом году лыжный сезон откроется уже 23 ноября и продлится до 3 мая. Val-d'Orens – это ски-ин, ски-аут курорт, где все было придумано именно для горнолыжников. Val-d'Orens со своей праздничной атмосферой. Это идеальное направление для молодежи, но не только, для всех. Как вы это очень хорошо знаете, путешествие – это делиться впечатлениями и радостями со своими близкими, со своими друзьями. И что будет интереснее, чем открыть для себя что-то новенькое? Val-d'Orens это прекрасно знает и придумывает новые развлечения и
в этом, то есть в прошлом году, они открыли CosmoJet. CosmoJet — это знаменитая горнолыжная трасса, саночная трасса, хочу добавить. И она теперь полностью оснащена космической подвеской и звуковыми впечатлениями. То есть, если хочется еще больше адреналина, вас ждет зиплайн Лаби. Это большой спуск над трассами Val-Thorens. Это для лыжников, как вы видите на фотографии, но не только, тоже для пешеходов, для всех. Хочется еще повеселиться, хочется, например, покататься на снегоходе, на собачьих упряжках, летать на вертолете, заниматься йогой в снегу. Все эти потрясающие развлечения и еще многие предложены в Val-Thorens. А сейчас я передаю слово Дарье, она расскажет вам о размещении в Val-Thorens. Да, и то есть Val-Thorens уделяет особое внимание инновационному развитию, и это позволяет вам кататься в более интересных условиях. Вот, теперь я размещение вам расскажет Дарья. Спасибо, Забель. Действительно, у меня была познакомиться с курортом Val-Thorens, попробовать, скажем так, его опробовать, посмотреть большое количество там. Он действительно производит впечатление такого курорта, который действительно вот как-то расположен просто в каком-то космосе. Вот поэтому трасса, вот эта CosmoJet, она прямо создана для него, потому что ты так высоко, у тебя так широко, у тебя так много возможностей для катания, что это, конечно, безусловно, самый приятный. Ты находишься на самом высокогорном курорте Европы. Формирование возникновения горнолыжных курортов во Франции, они образовывались как горнолыжные станции, да, то есть это значит, что полностью инфраструктура выстраивалась для нужд, для требований горнолыжных. Да, и это обеспечивает для нас, для людей, которые, скажем так, продают, предлагают французскую горнолыжку, два очень важных преимущества перед другими горнолыжными странами. Да, это практически 100% везде ски-ин и ски-аут, да, то есть возможность катания от и до дверей всегда очень ценится. И, соответственно, да, специализированная такая застройка горнолыжных курортов такими гигантами, большими корпорациями, дает нам возможность проще ориентироваться в многообразии размещений французских, да, то есть видеть хотя бы одну резиденцию с цепочки, вы уже с легкостью можете продавать абсолютно любую, да, которая на каком курорте она ни была, вы знаете, что есть определенный знак качества, и плюс-минус между собой резиденции будут похожи по набору услуг, где-то даже по дизайну и по интерьеру. Поэтому, чтобы вам помочь разобраться, аббревиатурах, как только они будут у нас встречаться, я буду чуть более подробно рассказывать о них, и дальше вы уже будете с легкостью ориентироваться, да, например, я говорю о таких резиденциях, таких гигантах, как Pierre Vacances, CGH, MMV, да, как только вы эту аббревиатуру видите в названии, вы уже понимаете, что это за размещение, как с ним работать, как его предлагать и как его продавать. Итак, начинаем. Ароль отель клуб MMV 4 звезды в Val-Thorensе. Подходит вообще цепочка MMV, подходит идеально для семейного отдыха, для отдыха с детьми. Все потому, что здесь это, ну, по сути, клубные отели, которые мы привыкли видеть на каких-то таких морских курортах. Это клубный отель, аналог такого клубного отеля в горнолыжных Альпах французских. Здесь есть мини-клубы, причем начиная от 18 месяцев до 17 лет. Естественно, они делятся по возрастным категориям. Практически все эти клубы всегда входят в стоимость, да, их посещения. Есть только, например, какие-то высокие даты, да, какие-то, например, французские каникулы, тогда может быть чуть ограничено количество посещений в этих клубах, но, тем не менее, они всегда есть в наличии, и это чаще всего, кстати, касается вот клубов для совсем маленьких. Дальше. Эта цепочка предлагает различные концепции питания, чего тоже
может не хватать горнолыжникам, да, здесь можно в том числе сделать апгрейд своего питания или забронироваться вплоть до «все включено». Это тоже, скажем так, нетипично, но это очень приятная история. Можно заказать продукт, доставку продуктов в номер. Всегда в данных цепочках присутствует wellness, да, в том или ином виде, потому что мы всегда знаем, что лучше после насыщенного дня катания провести время в бассейне, расслабиться, привести немножко свои мышцы в тонус, да, спокойствие, чтобы быть готовым на следующий день дальше продолжать. Да, напоминаю, что у нас 600 километров объединенных трасс, и все нужно успеть каким-то образом попробовать. И также эта цепочка достаточно часто предоставляет различные спецпредложения, скидки, очень интересные цены на размещение с детьми для больших семей. Вот, поэтому это еще и возможность, скажем так, очень так качественно подойти к выбору, к стоимости отдыха. Итак, данный отель у нас стоит, данная резиденция стоит недалеко от центра курорта, у подножия трасс. Это Скиаут, здесь на картинке видно, это вот то, за что клиенты очень любят Францию. Вместимость апартаментов в основном здесь 2-3 человека. Для размещения, скажем так, от 4 человек, как правило, номера объединяются, да, и получается такой так называемые, ну, можно сказать, что коннекты. Чуть подробнее о питании, дальше уже, когда буду говорить о резиденциях этой цепочки, не буду останавливаться подробно на этом, да, как правило, завтрак, неограниченное количество горячих, холодных напитков, выпечка, блинчики, молочные продукты, французские колбасы, сыры, фрукты, все это присутствует, обед с широким выбором горячих, холодных блюд и, соответственно, возможно, и возможность сделать так называемую формулу «все включено», когда специальные закуски, апрески. Здесь, как правило, да, это лучше всегда уточнять, но очень часто, практически каждый сезон здесь включен новогодний рождественский ужин, и один раз в неделю проводится так называемый савойский ужин, да, мы в регионе Савоя, поэтому здорово попробовать кухню именно этого региона. Итак, детские клубы, wellness-центр, все это присутствует. Здесь же для детишек еще всегда наборы, да, детский набор, кроватка, стульчик, ванночка, есть даже пеленальный мат такой. Все это по предварительному бронированию, все это предоставляется бесплатно. Ну и, соответственно, да, те самые, которые предоставляются, да, при определенном размещении. Поэтому идеально для групп, идеально для семей, идеально. Комфортно хочет провести Вальтаранс. Двигаемся с вами дальше. Объект размещения Фаренгейт 7, отель 4 звезды. Это такая необычная, скажем так, цепочка. Она состоит всего из двух отелей. Второй отель находится на курорте Куршевель 1650. Это отель «Меркюр», может быть, кто-то его помнит, кто-то его продавал. Вот несколько лет назад он был перестроен и, соответственно, открылся уже под брендом «Фаренгейт 7». Соответственно, он был полностью изменен, да, здесь такая особенность концепции сохранения вот этого горнолыжного стиля, но в таком современном прочтении. Вот на картинке видно, что действительно такие очень уютные, современные номера для тех, кто вот любит такой стиль, подойдет просто идеально. Расположен в непосредственной близости от трасс центра курорта, есть wellness, есть возможность питания завтрак, возможность трехразового питания, есть детская комната, поэтому этот отель также подходит для семей с детьми. Недалеко от отеля расположен муниципальный спортивный центр, там со своим тренажерным залом, бассейном, детская лыжная школа, и при отеле имеется магазин, где можно, собственно говоря, взять на лыжное оборудование или приобрести его. Для детей то, что комната и какие-то такие принадлежности предоставляются бесплатно тоже по запросу. Wellness-центр не бесплатно, тоже большой такой плюс. Еще я хотела сказать интересный момент, да, почему именно так, мне эта история очень понравилась, никогда бы не подумала, но оказывается, что вот 7 градусов по Фаренгейту или минус 13,89 под это идеальная температура для формирования идеально красивых снежинок. Вот, поэтому такое романтичное название этой цепочки отелей, я думаю, что вы теперь точно с легкостью этот отель запомните. Мы двигаемся дальше.
И поговорим о резиденции Шевельблан. Это резиденция 3 звезды. Предлагается здесь 163 апартамента вместимостью от 2 до 8 человек в шаговой доступности от центра курорта. Это уже такое более, скажем так, простое и более типично такое альпийское размещение. Вот здесь на фото видно, да, обилие дерева, такого уюта французского. В 50 метрах буквально от резиденции детский сад, детская горнолыжная школа, и резиденция идеально подходит для бюджетного размещения, для компаний. На ресепшн, кстати говоря, можно взять там, в аренду наборы для приготовления фондю и раклет, да, вы проникнете уже через несколько дней савойской кухни, все это очень захочется попробовать. И за дополнительную плату здесь можно заказать питание, завтраки в одном из ресторанов комплекса, да, для тех, кто не захочет, соответственно, самостоятельно. Виллаж Монтана резиденс 4 звезды. Виллаж Монтана — это тоже, скажем так, такой французский знак качества. Когда вы тоже видите в названии это, вы понимаете, что это очень хорошего, достойного уровня размещения резиденции, всегда полностью хорошо оборудованные. Вообще отличие резиденции французских в том, что всегда прекрасно оборудован кухонный уголок, всегда есть прекрасные возможности самостоятельно, и обилие продуктов в французских супермаркетах, они каждый день буквально могут, вы можете самостоятельно почувствовать себя поварами Мишлен и приготовить что-то потрясающее, просто купив французское вино, сыры, и ну, уже чувствовать себя действительно великолепно, то, чего нам очень сейчас не хватает. Итак, Виллаж Монтана 4 звезды, одна из лучших резиденций на курорте. Комплекс состоит из трех зданий, такой традиционный савойский альпийский стиль. Рядом с основным подъемником апартаменты рассчитаны на размещение от 2 до 6 человек. Можно пользоваться, соответственно, кухней, да, непосредственно в апартаментах, можно пользоваться одним из ресторанов комплекса. Также на ресепшн можно арендовать там DVD, настольные видеоигры, наборы для фондю. И для детишек бесплатно предоставляется кроватка и детский стульчик. Расположение великолепное, поэтому для семей, для пар, для компаний будет идеально. Монтана Плейнсюд Резиденс, 5 звезд, уже такая категория пятизвездочного размещения, да, в Вальтарансе. Нужно еще, кстати, про Вальтаранс сказать, что это действительно курорт достаточно высокого уровня и по развлечению, и по размещению, и по катанию. И есть даже, ну, такое вот некое ощущение, что Вальтаранс оттягивает частично публику там знаменитого Куршевеля, потому что в Куршевеле катание чуть проще, про Куршевель вам расскажут коллеги завтра, но, тем не менее, да, вот в Вальтаранс стекаются же те, кто очень уверенно себя чувствует, хочет попробовать что-то новенькое, поэтому здесь, безусловно, есть резиденции, апартаменты очень высокого уровня размещения, отели в том числе. Вот одна из них, Монтана Плейнсюд Резиденс, в стиле традиционного савойского шале. Вот здесь на фото это видно, такой сказочный домик рядом с горами, с соснами, ну, в общем, выглядит фантастически. Здесь основной акцент, да, на то, что декор в натуральное дерево, из окон потрясающий вид на горы. Расположен в одном из самых солнечных, спокойных кварталов Вальтаранса и непосредственно в близости там, большой торговый центр, где можно, соответственно, закупаться в всякими вкусняшками. 40 апартаментов, размещение до 8 человек, есть двухуровневые, а есть спа-центр, в котором бассейн, сауна, хамам, зона отдыха. Ну, в общем, все, соответственно, прекрасно и замечательно в этой резиденции высокого уровня. Монтанет, Вальтаранс, резиденс 3 звезды плюс. Да, вот здесь как раз у нас очередная такая подсказка, что такое монтанеты. Отличительная особенность большинства резиденций этой группы заключается в том, что, по сути, вы едете как бы в свои собственные апартаменты, можно сказать, в свое собственное шале, которое находится в комплексе шале. Да, потому что каждый из этих апартаментов имеет отдельный вход. И вы чувствуете себя вот таким вот как бы независимым от какой-то общей зоны, вот ваш маленький домик, но при этом он не стоит где-то в лесу, у вас всегда есть возможность обратиться на ресепшн, обратиться за помощью, у вас всегда есть соседи, если что, есть с кем познакомиться, пообщаться, вот, но это действительно такая классная возможность почувствовать себя в собственном шале,
вот в составе в рамках такой большой резиденции. Расположена очень удобно в нижней части курорта, рядом с основными трассами и подъемниками, 50 метров буквально до ближайшего подъемника, до центра курорта 200 метров, до торгового центра 100 метров, в общем, все прекрасно. Комплекс состоит из трех шале, которые как раз состоят вот из таких маленьких шале, по там 15-9 апартаментов вместимости до 8 человек. За дополнительную плату можно заказать, там предоставляется дрова для растопки камина, там вот есть такая изюминка в том, что вы прямо всегда в настоящем шале с камином чувствуете. И да, вдруг дров не хватило, вы каждый вечер балуетесь камином, да, но на ресепшене предоставляется дополнительная вот такая функция. Есть спа-центр с бассейном, сауной, хамамом, зоной отдыха. И, конечно, идеально такой вид размещения подходит для компаний, когда несколько семей вроде бы вместе, и вроде бы у каждого, да, там своя обособленная зона. Аксалии Резиденц 4 звезды, очень популярная резиденция с большим количеством возвратных клиентов, ее стабильно из сезона в сезон всегда запрашивают, она расположена на въезде в курорт, в таком спокойном месте, прямо на склоне, завораживающий вид открывается на самом деле на горы, панорамный такой вид, вместимость до 8 человек, в некоторых апартаментах есть камин, если для вас это принципиальная история, соответственно, это лучше уточнять заранее. Есть wellness-центр, есть такая общая лаунж, красивая зона с камином, где также можно собираться с друзьями или всей семьей. Идеально подходит, наверное, для всех категорий, да, и для больших компаний, для семей, для молодежи, что предоставляется, да, там дополнительно, что можно взять на ресепшн, утюг, гладильная доска, наборы для приготовления раклета, романтичные бокалы для шампанского, ведерко шампанским, даже так. И, соответственно, wellness-центр, тоже все это есть, никуда не нужно дополнительно выходить, чтобы расслабиться, и пользование wellness-центром включено в стоимость. Амеду Кашмир Резиденс 4 звезды, здесь все великолепно тоже с уровнем размещения, очень красивые. Проект сам по себе, он создателями задумывался как такой вдохновленный культурой и природными памятниками Индии, в особенности, да, мистическим краем Кашмиром, поэтому, да, в названии мы видим упоминание это. Расположен этот край в Гималаях, и отсюда, собственно говоря, такой нетипичный, не совсем альпийский дизайн этого комплекса. Здесь такие индийские мотивы, восточные краски, но все это очень органично вплетено в такую горную историю, и здесь при строительстве уделялось большое внимание экологическим нормам, чтобы было много солнечного света, чтобы были использованы натуральные материалы, и практически все номера здесь имеют панорамные окна и выходят на такую солнечную сторону. Расположен на въезде в курорт, прямиком на одной из самых популярных трасс, с выходом на трасс, свой wellness потрясающий, тоже красивый, выполнен в такой же стилистике, консьерж-сервис, лыжехранилище, фитнес, салон-бар, магазин лыжного оборудования. Ну, в общем, практически вот все, что только можно пожелать, еще и вот в таком необычном, красивом прочтении. А мы двигаемся дальше. Я передаю слово Изабель, а она расскажет о курорте Марибель. Спасибо, Дарья. Как об этом напоминает его логотип, находится не менее знаменитый курорт Марибель. Сюда тоже давно приезжают русские лыжники, они ценят его аутентичную архитектуру, красивейшую природу и неповторимую атмосферу. Они также давно оценили его богатое предложение развлечений, например, катание на снегоходах, скиджоринг, биатлон. Марибель – это идеальный курорт для семей. Здесь семьи могут развлекаться и обучаться катанию на лыжах в многочисленных тематических зонах в полной безопасности.
Мирибель, идеальный курорт, чтобы окунуться в искусство, настоящее искусство жить по-французски. Это возможно в разнообразных ресторанах, где надо обязательно попробовать сырные блюда, такие как тартифлет, фондю, раклет и более изысканные блюда. В дополнение к великолепному отдыху в Мирибелье, то есть отличные условия для катания. Вот. И в трех долинах вообще новые подъемники. Они постоянно обновляются, чтобы предоставить лыжникам удобное катание. И в прошлом году как раз в Леменюр открыли новые подъемники. О размещении вам сейчас расскажет Дарья. Да, я здесь буду очень кратко. Мирибель, безусловно, прекрасный курорт, действительно, такое самое сердце трех долин, и если Вальтаранс за счет своей высоты с растительностью там, скажем так, не очень, там много снега, там прекрасные склоны, но практически нет мест, где елочки растут, то Мирибель, безусловно, это вот такая мекка, скажем так, живописных, красивых, это то, что мы себе в голове представляем, да, когда говорим об Альпах, то есть вот такие вот шале, елочки, красивые трассы, это вот, безусловно, Мирибель. Вот у меня такое осталось впечатление от этого курорта. Здесь хочу сделать акцент на одном, но очень интересном варианте размещения, Levan Residence Pierre Vacances Premium, 5 звезд. Да, Pierre Vacances – это еще одна, скажем так, ну, маячок нам, да, как запомните, что это такое, если мы видим такую вот аббревиатуру ПВ, это значит, что мы тоже говорим об очень высоком уровне качества размещения, это один из самых крупных французских холдингов, который занимается застройкой горнолыжных курортов, которые знают традиции, которые знают, как правильно сделать так, чтобы горнолыжнику было комфортно, и обычно Pierre Vacances, они буквально захватывают весь курорт, да, или какую-то его определенную зону или часть, когда будем говорить о Лизарке, да, вот, наверное, самый яркий пример – это Лизарк 1950-й, когда Pierre Vacances просто буквально захватил весь курорт, все застроил, все принадлежит им, у них есть такая тенденция, такая особенность, всегда высокий уровень размещения, всегда такой савойский стиль, но в современном прочтении, очень комфортный, всегда очень хорошо оборудованный, всегда такие мягкие, теплые тона, и задача в данных апартаментах, в данных резиденциях у Pierre Vacances, да, у создателя этого бренда, в том, чтобы вы чувствовали себя как дома, чтобы на неделю, на две или на три, в зависимости от того, насколько вы приехали на курорт, вы почувствовали, что это ваше собственное шале, ваша собственная резиденция, и наслаждались. Открылась эта резиденция достаточно новая, в декабре 2019 года, в районе Мирибель Центр. Центром курорта непосредственно связывает, да, такой крытый надземный переход до трасс 500 метров. Рядом с резиденцией остановка бесплатного шаттла. Идет, да, до нужных подъемников, или если там 500 метров, это тоже очень много для того, чтобы прогуляться. Апартаменты от 2 до 4 комнат, вместимость до 8 человек. Соответственно, можем говорить о размещении больших семей или компаний. А здесь собственный wellness-центр, как это обычно и бывает, у Pierre Vacances. Есть возможность, да, помимо того, чтобы расслабиться, поплавать там, в бассейне, погреться в сауне, есть возможность еще различные уходовые процедуры заказать и возможность забронировать питание, завтрак. Как правило, да, чаще всего все-таки эту резиденцию выбирают такие спа-туристы, которые соединяют возможность и покататься, и расслабиться, получить такой вот wellness, и пары для романтичного какого-то проведения уикенда, недели на горнолыжном курорте, конечно, подходит.
Коллеги, я снова с вами. Небольшие неполадки со связью, но я снова с вами. Изабель, мы вас не слышим. А, я здесь. А, все, я слышу. Не. А. Alors, теперь еще один курорт в Приор-Долинар – это Леменюир. Friendly Леменюир гласит слоган курорта. Гласит слоган курорта. И правда, он обещает дружескую атмосферу в дополнение к великолепному катанию. Он славится своим гостеприимством. У него еще другие преимущества. Он предлагает отдых на любой и отель, и резиденции на любой вкус и на любой бюджет. Зимний сезон начинается рано, уже в начале декабря. Невозможно перечислить все развлечения, которые предложили в Леменюир. Но, несомненно, стоит отметить о самых новых и самых необычных. Это, например, электросамокат, это будет ночной ски-тур и также урок по управлению дроном. Здесь гарантированы катание от дверей и удобное перемещение между разными районами благодаря бесплатным автобусам. О размещении вам расскажет Дарья. Я буду краткой. Леменюир, еще один курорт трех долин. Его, кстати говоря, частенько выбирают, когда хотят и покататься в Альтерансе, и не жить на такой большой высоте, да, как в Альтерансе, потому что Леменюир все-таки на более низкой отметке расположен. Его чаще выбирают люди старшего возраста или семьи с детьми, потому что адаптироваться, например, к высоте в Альтерансе не сразу получается комфортно, но, тем не менее, это, вот, скажем так, самый близко расположенный курорт в Альтерансе, соответственно, возможность кататься там и там, ну, как бы Трёх долин мы помним, да, возможность кататься везде. Итак, Кеп-де-Лош, резиденс-клуб MMV 4 звезды, здесь уже вы мне должны рассказать об основных особенностях размещения в данной цепочке, да, это клубные отели, это различные плюсы и прелести для размещения с детьми, различные клубы для детей. И wellness'а. Это возможность хорошего выбора апартаментов большого количества, да, например, здесь сразу 146 апартаментов, расположено на въезде в курорт, то есть достаточно удобно. И резиденция открылась впервые в 2016 году, то есть она такая достаточно молодая, но тем не менее у нее уже есть свои фанаты. И напоминаю, что помимо этого еще и возможность различных видов питания от завтраков до такой полноценной системы кушать практически весь день, да, с перерывами на то, чтобы покататься. Амео де ла Сапиньер резиденс Монтанета 4 звезды. И здесь вам тоже будет просто вспомнить, что такое Монтанеты. Несколько шале, объединенные в одно с каждым собственным входом. Здесь есть возможность разместиться от 4 до 11 человек. До трасс 50 метров, до центра курорта 950 метров, до ближайших магазинов 400 метров. То есть вы практически в самом центре жизни. Мне на самом деле очень нравится стиль размещения в Монтанетах, потому что это вот прям стопроцентное такое попадание в сердечко относительно наших мечт о шале в
всегда очень много дерева, всегда такие насыщенные, красные, такой теплые, красивые цвета, и ты прям вот сразу безошибочно понимаешь, что ты именно во Франции, именно во французских Альпах. Первый раз для тех, кто поедет на эти курорты, вы ни с чем потом не спутаете именно вот такой французский шарм и стиль, и это, безусловно, в Монтанетах всегда очень и очень чувствуется. Шале дю Солей, Сиджаш Резиденс, спа 4 звезды. Здесь у нас очередная подсказка, как и чем выделяется цепочка отелей Сиджаш. Три такие буковки, объединенные в аббревиатуру. Зимнего сезона, собственно говоря, резиденция входит в цепочку, с прошлого зимнего сезона входит в цепочку, да, в состав Сиджаш. И для себя мы понимаем, что это всегда высокий уровень размещения. Здесь всегда очень большой акцент делается на дизайн, на стиль. Они всегда используют натуральное дерево, натуральный камень. И это для них, скажем, такой определенный пунктик. Это всегда какой-то такой интересный интерьер общих зон лаунжей. Всегда какой-то такой интерьер, который хочется рассматривать. Практически всегда там, где присутствует, да, там спа и wellness, он есть практически во всех резиденциях Сиджаш, во всяком случае в современных, это использование какой-то такой подсветки красивой в этой зоне, такой-то неоновый, ну, в общем, это такая вот визитная отличительная карточка. При этом, да, сочетание такого традиционного савойского стиля горного шале. Расположена резиденция в районе Реберти 2000, прям вот на трассах выкатываешься и едешь кататься. Напротив остановка лыжного автобуса, на котором можно доехать до центра курорта, где, соответственно, да, центральная площадь, различные комплексы спортивные для детей, для взрослых. Да, то есть вы не чувствуете себя где-то, да, там в отрыве от цивилизации. Здесь есть такое, да, разделение на шале, там 8 шале одного типа, 2 шале contemporary, и нам стоит запомнить именно это название, потому что при размещении в данных апартаментах для гостей предоставляется сауна и хамам. Для детей, да, какой-то такой минимальный набор услуг, детская кроватка, стульчик, подогреватель бутылочек, все это под запрос можно, но все-таки больше подходит для таких больших компаний и вот семей, активно настроенных на катание. Упомяну еще об одном курорте Трёх-Долинах, это Сан-Мартин-де-Бельвиль. Сан-Мартин-де-Бельвиль славится своей, ну, прежде всего своим рестораном с тремя звездами Мишлен «Ла Бруит». Он славится своей типичной альпийской атмосферой и своими роскошными шале. Переходим к еще одному курорту Трёх-Долин. Это Бриль-Лебан. Бриль-Лебан тоже активно продвигает себя на российском рынке. Доступ к Бриль-Лебан, к основным курортам Трёх-Долин очень быстрый и удобный. Бриль-Лебан позволяет кататься в Трёх-Долинах по более доступным ценам, чем на других курортах Трёх-Долин. Новое приложение французской лыжной школы ESF 3D, как вы видите с правой стороны, позволяет открыть для себя зону катания каждое воскресенье в небольших группах с инструктором за 25 евро. Это хороший способ лучше сориентироваться в зоне катания, кататься в самых лучших местах и наслаждается уникальным катанием потом в течение своего пребывания в Бриль-Лебане. Бриль-Лебан – это не только размещение на 30-50% дешевле, чем на других курортах Трёх-Долин. Это тоже второе его преимущество, это то, что номера больше. Они были задуманы именно для долгосрочного пребывания
термальных курортников, которые приезжают чаще всего летом, и поэтому они больше. Это тоже интересно знать об этом. Для удобства Бридлебана, для удобства клиентов Бридлебан, туристов, гостей, Бридлебан предоставляет камеры хранения прямо у подножия подъемников, также бесплатные автобусы и вечерние трансферы, которые позволяют поехать в Мирибель, чтобы провести там вечер на этом популярном курорте. Бридлебан – это хороший способ совместить и спорт, и восстановление силы. Его прекрасные термы находятся прямо в центре курорта. Теперь Дарья нам расскажет о размещении. Да, с удовольствием. И буквально, да, пару слов. Подтверждаю слова Изабель, практически всегда при подборе горнолыжных туров в нашем поисковике Бридлебан выходит на первых строчках и буквально манит своими выгодными ценами. Это действительно очень хорошая возможность для тех, кто, опять же, впервые, может быть, хочет попробовать для себя французские Альпы, опасается, боится, что они могут быть там несколько дороже, чем, может быть, другие страны, хотя мы всегда с этим активно спорим, да, стоит пробовать Бридлебан. Единственное, нужно понимать для себя, что это действительно такой термальный, круглогодичный, наверное, да, курорт, и, по-моему, большинство термальных комплексов, открытых бассейнов, они работают именно в летний период, да, если я не ошибаюсь. Они работают не только летом, но в основном, да, принимаются... Ага. Вот, и здесь нужно понимать, что в Бридлебане мы, ну, по сути, не катаемся, у нас есть прекрасный доступ, быстрый, удобный и комфортный в Марибель и во все зоны трех долин, но здесь мы четко следим за работой подъемников, за их временем, чтобы случайно не остаться в Марибеле в позднее время и потом с некоторыми сложностями добираться в свой отель в Бридлебане. Действительно, вот эта новинка, ну, что появились, да, такие, такая возможность вечернего возврата на курорт, это действительно очень большой плюс, потому что и покататься подольше хочется, и возможности для развлечений в Марибель чуть больше, чем в Бридлебане, поэтому вот берите на заметку с учетом этих особенностей, этот курорт просто потрясающий, и еще учитывая его ценовую позицию, ну, великолепно, всегда рекомендуем для такой, скажем так, пробы. Итак, где можно разместиться? Да, здесь я не пролистала. Вот, чуть-чуть пролистала. Альтис Вальверт, три звезды. Такой очаровательный небольшой отельчик, который состоит из двух корпусов. Он расположен прямо вот в центре курорта, в собственном саду. Ну, больше, наверное, это получится оценить в летний период. Но, тем не менее, 100 метров буквально до подъемника, который ведет, да, связывает Бридлебан с Марибель. Прямо напротив входа находится термальный комплекс, поэтому, ну, вот практически все, любой каприз за небольшие деньги, размещение на курорте Бридлебан. Из, да, как я уже сказала, два корпуса, аннекс и мейн. Есть, из одного из них есть доступ непосредственно к сауне, хамаму и джакузи. Из всех номеров открывается вид на горы. Питание здесь либо завтрак, либо полупансион, что тоже очень комфортно, удобно. И, как правило, здесь размещаются пары и семьи. Еще один вариант размещения на курорте Бридлебан – Ванос, три звезды, комфортное размещение, экономичное, причем современная такая обстановка. В Бридлебане, скажем так, все меньше становится отелей такого... Не знаю, как правильно выразиться, наверное, вот, ну, таких подуставших немножко, да, они регулярно обновляются каждый сезон и действительно становятся такими вот современными, с сохранением вот такой альпийской изюминки, как, в общем-то, это присуще всем трем долинам. Очень уютный, тоже в центре курорта, тоже очень близко до подъемника, то есть никакого дискомфорта не почувствуете. 20 номеров, такой небольшой уютный отельчик, фитнес-зал свой, подогреваемый бассейн. Работает, правда, только летом, но тем не менее. Кстати, может быть, нас откроют раньше границы, можно будет попробовать Бридлебан даже раньше.
питание двухразовое, и отель полностью был реновирован в сезоне 2018-2019, поэтому вот такой свеженький ждет пары и семьи для того, чтобы вы попробовали для себя отдых в Трех Долинах. Изабель, зона катания Тинь и Валь-де-Зир. Да, мы покидаем Трех Долин, но останемся в Савойе. Если вы поедете до конца долины Тарантез, вы достигнете не менее знаменитую зону катания. Раньше мы его называли Эспас-Кюли, а теперь просто Тинь-Валь-де-Зир. Этот настоящий рай для горнолыжников состоит из 300 километров тщательно подготовленных трасс, двухледника выше 3000 метров и бесконечных возможностей для фрирайда. Перепад высот составляет 1800 метров. Снежные условия великолепны с начала сезона в конце ноября до закрытия зоны катания в начале мая. Несмотря на то, что Тинь-Валь-де-Зир предоставляет высококачественное катание, они не забывают про начинающих и детей. Например, они оборудуют трассы, например, на плато Солес, который находится между Тинем и Валь-де-Зиром. Они также предлагают разные игровые площадки, очень хорошие, например, Валькид. И тоже хочу отметить о том, что Тинь тоже делает все возможное, чтобы своим гостям было и начинающим было комфортно. И в центре каждой деревни предоставляется бесплатный доступ на подъемники на самых простых трассах. Это тоже важно об этом отметить. Они это уже давно делают. Наверное, я уже в курсе, но все-таки хотела напомнить об этом. Вот. Это тоже, как и на всех остальных французских курортах, это высокий уровень профессионалов. И все они больше обучают на русском языке, что тоже очень важно для ваших клиентов. Мы начинаем с Валь-де-Зира. Валь-де-Зир пользуется большим успехом у русских лыжников. Это, наверное, благодаря уникальному сочетанию между высокогорного курорта, он же находится на высоте 1850 метров, и уникальному очарованию традиционной савойской деревушки. Все его деревни находятся в непосредственной близости от подъемников, и тоже бесплатные автобусы позволяют перемещаться между ними очень легко, что очень полезно тоже во время катания. Как я уже говорила, путешествие – это делиться радостями и особенными впечатлениями со своими близкими, со своими друзьями. Поэтому Валь-де-Зир придумывает новые развлечения. В прошлом году они начали предлагать катание на мини-электроснегоходах для детей от 5 до 12 лет, и также катание на санках снеглис, запряженных лошадей. Но в Валь-де-Зире можно заниматься разными видами спорта, зимнего спорта. Это, например, вождение на льду. Если смотреть на более экстремальные развлечения, это может быть сноукайт, скалолазание на льду, которые вы видите на фотографиях, низких фотографиях. В Валь-де-Зире лучшие гастрономические традиции и секреты шеф-поваров можно познакомиться, узнать в разнообразных ресторанах, в том числе и в двух мишленовских ресторанах Валь-де-Зира. После катания или вместо него можно заниматься разными видами развлечений в акваценте. У них большой, очень просторный акваценте. Во французских Альпах знаком «Famille Plus», «Семья Плюс» отмечены больше 40
курорта. И это значит, что они предоставляют отличный отдых семейных гостей. В Val-d'Isère они не только оборудуют трассы для детей, они также организуют специальные занятия для них и проводят мероприятия. Я сейчас передаю слово Дарье, она вам расскажет о размещении Val-d'Isère. Спасибо, Изабель. Действительно, еще одна из красивейших долин. Мы ее по-прежнему называем Эспас-Кили. Я думаю, это не будет ошибкой. Уж очень много лет мы привыкали к этому названию и знаем, собственно говоря, историю, да, именем какого знаменитого лыжника, да, Жан-Клода Кили названа эта зона, поэтому, ну вот, никак от этого нам не избавиться. Val-d'Isère, да, это, безусловно, один из самых таких популярных, спрашиваемых курортов, потому что здесь, вот, да, когда я говорила о горнолыжных станциях, здесь все-таки курорт сочетает в себе вот это вот, вроде бы и городочек такой старинный, с мощенными улочками, с возможностью насладиться, посмотреть, да, почувствовать Францию еще вот в таком ключе, и, безусловно, первоклассный горнолыжный курорт с... для профессионалов в том числе, да, там такое серьезное катание можно найти, ну и, собственно говоря, встать на лыжи там тоже получится, и в том числе совсем маленьким. А здесь кратко расскажу про одно из популярных размещений, это шале Изье, 5 звезд, открыто в декабре 2019 года, можно сказать, такая прям новинка. Первоклассный, современный спа-центр с бассейном, апартаменты, которые вмещают до 8 человек, игровая зона для детишек. Также рядом с отелем есть детская деревня Kids Village, да, такая очень тоже популярная. И расположена, ну, можно сказать, уникально вдоль трассы М, катание прямо от дверей. Знаменитый ски-ин, ски-аут, который действительно очень важен, за что ценят французские курорты. Здесь же недалеко зона, где в основном назначаются место встречи с инструкторами горнолыжных школ, поэтому вы буквально прямо вот в центре всего. Ну и, безусловно, здесь прекрасный wellness, которым, ну, вот прямо таки грех не воспользоваться. Здесь на фото видно, что это такой очень красивый город с подсветкой. И, безусловно, в первую очередь мы, наверное, ставим сюда таких клиентов, которые хотят насладиться романтичным отдыхом, спа-отдыхом для наших дорогих VIP-туристов. Продвигаемся еще к одному классному, потрясающему курорту, курорту Тинь, тоже в долине Эспас-Кили. Изабель, расскажите, пожалуйста, про Тинь. Да, Тинь находится на высоте 2100 метров, что чуть ниже, чем Val-Thorens. Это современный ски-ин, ски-аут курорт. Сюда приезжают со всего мира, чтобы насладиться уникальным катанием в этой зоне катания, и сезон начинается раньше, чем на других курортах. Это благодаря ледника Grand Motte, который открывается в этом году, откроется уже 3 октября. Вот. Тинь окружен горной цепью, и над ним висит ледник Grand Motte на высоте 3450 6 метров. Эта цифра легко запоминается. Вот. Для поклонников экстрима Тинь – идеальный курорт. Те, кому хочется преодолеть себя, есть такая возможность, есть такое развлечение – это погружение под лед в ледяном озере, которое находится между Тинь-Ле-Лак и Тинь-Валькларе. Это также, это много разных развлечений. Это тоже bungee ride, который вы видите на одной из этих фотографий. Это и bungee jumping, и спуск, то есть bungee jumping и спуск трамплина. Вот.
В тени они давно придумывают веселые развлечения для своих гостей, в том числе и для молодежи. И они в том числе организуют уже давно Новый год с знаменитыми диджеями под открытым небом, как вы видите на этой фотографии. И они также организуют потрясающие фестивали, музыкальные фестивали, это Live in Tignes by Francofolie. И эти события до сих пор привлекают гостей в Тигне. Продолжу, подхвачу рассказ про Тигне. У меня с этим курортом связано, наверное, вообще самые теплые впечатления из всех французских курортов. Я именно тут первый раз встала на сноуборд, попробовала, что это такое, втянулась. И поняла, что теперь придется ездить не только на море, придется ездить как минимум 2 раза в год в отпуск, потому что становишься настоящим в хорошем смысле слова маньяком до этого дела. И понимаешь, что оно вот без этого драйва, без этого горнолыжного отдыха уже совсем никуда. И Тигне, несмотря на свою тоже высокогорность, на то, что на этом курорте тренируется очень много спортсменов за счет возможности, да, тренироваться практически до лета на леднике, несмотря на то, что курорт такой высокогорный, спортивный, здесь новичкам тоже будет очень хорошо. Итак, размещение, Бревье, отель-клуб ММВ 4 звезды. Все, как мы любим, знакомая аббревиатура, мы уже точно знаем, что это клубный отель. 150 метров от подъемника, номера с размещением до 5 человек. Все те же детские клубы, которые обсуждали раньше, все те же возможности сэкономить на размещение, да, как здесь, например, бесплатное проживание с детьми до 6 лет в определенные периоды, можно это дополнительно запросить у наших сотрудников. А наличие wellness-центра, достаточно такого большого, серьезного, где можно расслабиться после катания, и типы питания. Вот завтрак, это все включено, редкое, редкий тип питания в горнолыжных Альпах, во французских и в каких бы то ни было, но здесь такая возможность есть. Поэтому идеально для тех, кто хочет сразу полностью, да, заплатить за все и дальше уже получать наслаждение, отдыхая на курорте. Вилладж Монтана, отель 4 звезды и одноименная резиденция 4 звезды, тоже такой для нас показатель знака качества, расположен идеально, да, в самом центре курорта, в части его Тинь-Ле-Лак. Катание прямо от дверей, очень много различных магазинчиков рядом, есть французская горнолыжная школа, продовольственные магазины рядом, соответственно, если вы живете, да, там в части резиденции, это удобно для того, чтобы приобретать продукты, чтобы готовить себе ужины, завтраки. 79 номеров, 3 сьюта, собственной сауной с каминным залом, да, когда мы говорим об отеле. А здесь при проживании в отеле входит питание полупансион, завтрак, буфет. Все это вот в таком традиционной французской кухне. А детские кроватки предоставляются по запросу. Есть мини-клуб, который небольшой, да, работает в определенные даты, но тем не менее с семьи, с детьми здесь тоже рады видеть. И, да, если говорить о резиденции, то здесь все, как мы любим, традиционный альпийский стиль. Одна из таких самых популярных резиденций на курорте, ее всегда одно из самых первых запрашивают и бронируют, поэтому к концу сезона сложно найти там места. Апартаменты площадью до 105 метров, как всегда, прекрасно оборудованы. И за дополнительную плату можно получить доступ в спа-зону отельной части и, соответственно, да, там заказать питание, посетить рестораны отельной части. Альтавива, Club Residence MMV 4 звезды. Здесь уже у вас должно отлетать от зубов. Что и какие преимущества у этого размещения. Я здесь просто напомню, да, расскажу о размещении. До подъемника 40 метров, горнолыжные школы 5 минут ходьбы, супермаркет 200 метров, все прекрасно. То есть по расположению нет совершенно никаких вопросов. Очень много здесь апартаментов с видом именно на горные склоны, на долины. Для тех, кому принципиально важен этот момент.
просторный холл с камином для, соответственно, гостей резиденции с детишками тоже, как обычно у клубных отелей MMV, полный набор услуг и возможностей, и спа-центр, в котором тоже мы достигаем определенного дзена и релакса после напряженного дня катания. Ledge Danish, CGH Residence, да, напоминаю про цепочку CGH, обилие дерева, натурального камня, красивые спа-зоны с подсветками, расположена тоже в центре курорта, тоже рядом с подъемником, здесь это можно сказать, мне кажется, практически про любой отель на этом курорте, все подчинено, да, вот этому принципу, что все очень рядышком. Расположено. Апартаменты до 10 человек вмещают, есть даже двухуровневые для тех, кому важно, скажем так, разграничиться, вот так разделиться по этажам. Есть wellness-центр с крытым подогреваемым бассейном, там есть детское отделение, парная, сауна, тренажерный зал, пользование включено в стоимость, но за исключением различных процедур. Мы покидаем зону спа-скили. И Изабель нас, как наш верный проводник по французским Альпам, проведет в зону катания Парадис-ски, настоящий рай горнолыжный. Да, Парадис-ски, да, я даже не знаю, как лучше переводить Парадис-ски, райское катание, рай для катания, но все, всем понятно, что это великолепная зона катания тоже. Парадис-ски соединяет два основных, два больших курорта. Это Les Arcs с левой стороны на Среме Трасс и La Plagne. Парадис-ски, вот я тоже не хочу покидать Эспас-Кили, видимо. Вот, Парадис-ски – это 425 километров трасс и два ледника выше 3000 метров. Мы начинаем с Les Arcs. Les Arcs это несколько арков, если можно так сказать. Арк 1600 – самый низкий арк, он самый низкий курорт. Он, можно очень легко добраться туда на фуникулёре за 7 минут, и это идеальный курорт для семейного отдыха. Арк 1800 он знаменит своей праздничной атмосферой, и он предлагает большое разнообразие развлечений и веселые, оживленные апрески. Арк 1950, он самый молодой курорт из Les Arcs. Он полностью ski-out. И у него, скажем так, роскошное направление. Последний арк – это арк 2000. Он самый высокогорный, и оттуда очень легкий доступ на ледник. Les Arcs – это тоже Пезе-Валандри. Пезе-Валандри – это типичная альпийская деревушка. Она находится в самом сердце Парадис-ски, поскольку оттуда отправляется подъемник Vanoise-Express, который соединяет Les Arcs с La Plagne. О развлечениях и новинках в Les Arcs я расскажу более подробно в рамках завтрашних вебинаров. Ну вот сразу, вот правильно, заманили. Завтра обязательно к нам подключайтесь, тоже будет очень много всего интересного. Завтра подготовьтесь, будет сразу два вебинара. Мы дадим вам небольшую передышку, но будет действительно очень-очень интересно. Итак, одна из самых популярных и удобных вариаций по размещению в Les Arcs – Altitude Hotel Club MMV. Отель полностью был реновирован не так давно, расположен, скажем так, полностью, да, предоставляет полностью весь спектр клубов отеля, услуг, которые там предоставляются. Несколько планов питания, wellness-центр, мини-клубы. Здесь есть как раз вот такой вот baby-club. Определяете, уточняете, точнее, да, такой момент при бронировании клубных отелей MMV, да, если вы едете совсем маленьким ребенком, есть ли там baby-club, потому что где-то начинается вот с мини,
с 4 лет, и где-то есть вот совсем для малышей. Это один из таких вариантов, где это есть, потому что Лизарк, Парадиски, вообще вот эту зону тоже считаю такой очень семейной, туда часто едут с детьми. Расположен 200 метров от подъемника, станция Арк-2000, спа, несколько типов питания, все прекрасно, все замечательно, все то, что мы любим в этой цепочке отелей ЕМВИ, все это здесь есть. Двигаемся дальше. Дальше находится La Plagne. La Plagne – это 12 разных курортов с собственным характером. Это и живописные деревушки, и современные курорты. В La Plagne находится единственная во Франции бобслейная трасса. Это обещание острых ощущений. Очень рекомендуем, конечно, попробовать, то есть посоветовать вашим клиентам попробовать. La Plagne – это тоже другое интересное развлечение. Это скалолазание на льду. У них там ледяная гора, ледяная башня, скажем так, и она находится в нетронутой природе, очень красиво, очень волшебно, я очень рекомендую тоже. В La Plagne для восстановления сил есть идеальное место, уникальное место, это большой, очень просторный спа-центр бренда Deep Nature с бассейном на улице с водой, подогреваемой до 35 градусов. Размещение Дарья нам расскажет сейчас. Да, маякните, пожалуйста, в чате. Вы видите презентацию? Все хорошо? Коллеги, все замечательно. Спасибо большое. Итак, La Plagne, зона Парадиски. Здесь один из тоже таких популярных объектов размещения Front de Neige Prestige Residence Дари Ваканс, 4 звезды. Резиденция с таким традиционным альпийским уютом в шале. Да, здесь это можно почувствовать. Прямой доступ к синей трассе, ближайший подъемник в шаговой доступности от автобусной остановки. Здесь ну, все действительно прекрасно, замечательно в плане катания, в зависимости от того, какие цели нужны клиенту, который приезжает сюда, да, и горнолыжная школа, и мини-маркет, и даже почта, чтобы отправить открытку с такого живописного курорта. Здесь организуются детские анимационные программы для детей от 4 до 11 лет в дни французских каникул, да, это тоже нужно уточнять, чтобы попасть, скажем так, вот в эту историю, если едет с детьми. Есть wellness-центр, небольшой свой, с крытым бассейном, пользование бесплатно, и доп. Услуги в wellness-центре уже на дополнительную плату. Хороший вариант размещения, он, скажем так, сочетает, наверное, внешне в себе вот такой вот французский, альпийский стиль шале, внутри такой более современный, тоже на фото это видно, и для тех, кому важно очень комфортно разместиться, не потратить на это большую сумму, потому что здесь на него еще и очень хорошая стоимость по размещению. Двигаемся дальше. У нас еще одна из наших любимых резиденций объекта MMV. Line 2000, Club Hotel, 4 звезды. Катание прямо от дверей. Отель не так давно был полностью реновирован. Здесь детские клубы для самых-самых маленьких и практически для самых-самых больших. Здесь много разнообразных акций, которые приглашаются и на раннее бронирование, и на протяжении сезона при особенных типах размещения, да, например, скидки, бесплатное размещение для детей до 6 лет. Своя зона спа, все прекрасно, питание,
двухразовое, есть возможность, соответственно, да, там, расшириться завтрака до двухразового питания. Семьи, пары с детьми – это то, для кого мы всегда рекомендуем цепочку MMB. Видите это в названии, все, закрытыми глазами. Вы можете семейной любой паре с детками рекомендовать этот объект размещения на любом курсе, не ошибетесь. Соответственно, Лаплань – это один из таких вариантов. Монтанеты Бельплан Резиденс 3 звезды, здесь вы тоже все уже знаете и без меня, что такое монтанеты. Корпус, один из корпусов расположен прямо на трассах с возможностью ски-ин, ски-аут, 150 метров от центра курорта, там бары, магазинчики, там вся такая активная жизнь. И, соответственно, второй корпус расположен в таком более спокойном месте курорта, рядом с трассами, то есть 30 метров буквально от выхода из резиденции и чуть подальше от центра курорта, 350 метров. Здесь, пожалуйста, возможно размещение больших компаний, семей до 10 человек, свой wellness, и зачастую, да, монтанеты, как уже несколько раз я говорила, выбирают действительно для больших какой-то компаний и для больших семей. Изабель? Расскажите нам. Еще одна прекрасная зона катания – это Porte du Soleil. Может, ну, ворота солнца, наверное, так можно переводить. Да, именно так. Отлично. Она имеет уникальное расположение как на швейцарской стороне, так и на французской стороне Альп. Общая протяженность трасс насчитывает 600 километров. Да? Мы начинаем с Морзина. Морзин очень удобно расположен в часе езды от аэропорта Женевы. Он позволяет гостям окунуться в несравненную альпийскую атмосферу живописного Савойского курорта. Морзин – это не только превосходная горнолыжная станция, это еще и разнообразие, большое разнообразие развлечений. Например, в самом центре курорта семьи могут кататься на карусели или на катке под открытым небом, что очень приятно, очень приятно, да. И есть другие, ну, как и на всех курортах, много других развлечений. Здесь можно отметить прогулки на экипаже по центру курорта или подледный дайвинг. Или можно тоже рассказать о прогулке на снегоступах, которые тоже очень приятные в окружающих горах. Высокое чувство гостеприимства можно узнать, можно увидеть, можно почувствовать в многочисленных магазинчиках, которые тоже есть в самом центре Морзина. На местном рынке, я знаю, что русским туристам, наверное, вашим клиентам в том числе, нравится ходить по рынку, там, где свежие продукты, сыры, колбасы и так далее. Вот. И это тоже возможно в оживленных ресторанах курорта. Теперь мы говорим об Авориазе. Авориаз – это самый высокогорный курорт. Порт ду Солей, он расположен на высоте 1800 метров, как написано на логотипе. И это самый молодой, как это видно на фотографии. Его уникальная архитектура очень хорошо вписывается в окружающий ландшафт, потому что она имитирует этот горный пейзаж. Главная особенность курорта, можно так сказать, это, конечно, то, что он полностью скинский от курорт. Перемещаться по курорту можно пешком, можно на санках или на конном экипаже. Авориаз уделяет большое внимание устойчивому развитию.
Конечно, как я уже сказала, Авориаз – это великолепная Катания. И сюда приезжают именно ради таких великолепных способностей в зоне катания. Это тоже 4 сноупарка, развлекательные зоны. Как вы видите на фотографии, очень интересно. Там семьи, детей, молодежи. Это тоже уникальные развлечения. Здесь тоже подлёный дайвинг, как и в Тине. Это Аквариаз, большой необычный акваценттр. Аквариаз также уникальное место, чтобы окунуться в настоящее искусство жить по-французски, посещая разнообразных ресторанов и широкие размещения, но об этом расскажет Дарья. Спасибо, Изабель. Так приятно слышать искусство жизни, которому нам действительно стоит поучиться у французов, как они умеют наслаждаться каждым аспектом, да, и в отпуске, и просто в каждодневных каких-то делах обычных, да. Это действительно то, чего сейчас, наверное, нам особенно не хватает, но, надеюсь, совсем скоро появится у нас возможность от французов получить и проникнуться этой идеей полного наслаждения жизнью. И так для тех, кто хочет это почувствовать, захочет это почувствовать наслаждение уже этой зимой, я очень рекомендую бронировать одну из резиденций цепочки Pierre Vacances Premium Amara. У меня вообще, когда речь заходит об Авориазе, почему-то этот отель приходит, эта резиденция приходит в первую очередь в голову, она вот оставляет такое впечатление просто потрясающего местоположения. Она как бы находится на таком краю, в хорошем смысле слова, когда вид на горы потрясающий, ничего не ограничивает. И это действительно просто невероятная услада для глаз, этот вид на горы. При этом, да, там рядом расположены торговые центры, магазинчики. Сама резиденция оформлена в таких очень теплых, уютных, пастельных тонах. Здесь как бы ты чувствуешь, что ты и в горах, но чувствуешь что-то вот настолько нежное, теплое и прекрасное. Есть двухуровневые здесь апартаменты для размещения больших семей. Здесь, как и практически во всем Авориазе, да, это ски-ин, ски-аут. Здесь по утрам можно заказать доставку свежего хлеба и выпечки, настоящих русских круассанов, по которым мы тоже соскучились. Возможность забронировать питание на месте, да, завтрак, либо двухразовое питание, ну и, конечно же, полностью оборудованное кухонное. Зона апартаментов, где можно готовить самостоятельно. Здесь для детишек стульчик для кормления, детская кроватка, коляска, все это бесплатно, но заранее лучше запросить. И спа 3000 квадратных метров. Здесь, мне кажется, масса всего, и крыто подогреваемый бассейн, различные хамамы и различные возможности, да, заказать процедуры для лица. В общем, вот Амара – это то, что приходит первое в голову, ну вот, во всяком случае, мне, когда речь заходит о размещениях на курорте Авориаз. Расскажу еще. Курия Резиденс 4 звезды расположена в 5 минутах от центра города. Да, напоминаю, что у нас Авориаз полностью пешеходный курорт, и в этом тоже его уникальность, отличие, особая атмосфера, когда ты не видишь вообще транспорт, видишь лошадки, ратраки только иногда попадаются. Но вот это такая тоже магия определенная. Апартаменты вместимостью до 10 человек, тоже своя спа-зона, тоже потрясающие виды. Мне кажется, в Авориазе практически всех объектов размещения виды открываются просто фантастические. Здесь для того, чтобы предоставили, да, какой-то для детишек, например, там детскую кроватку, детское кресло, эти услуги платные, да, тоже на этом обращайте внимание обязательно.
И еще один объект размещения, последним, о котором бы я хотела рассказать сегодня, это Симдю Солей Беламбра, клуб «Три звезды». 200 метров от кресельного подъемника, 200 метров от супермаркета, практически посерединке между двумя этими важными объектами. Это новинка прошлого сезона, 18-19 года. Это, скажем так, в данной цепочке Беламбра новый клубный отель. Он тоже для семей идеально подходит. Все прекрасно. Недалеко есть горнолыжная школа, недалеко есть спортивный магазин, где можно приобрести, взять в аренду оборудование. Полупансион предлагается для размещения, причем здесь есть такая очень удобная фишка, что можно каждый день выбирать, что вы хотите. Вы хотите обед или ужин? Да, это очень удобно, это очень часто спрашивают. Поэтому имейте в виду. В ресторане могут специально по запросу приготовить еду для детишек, овощные, фруктовые пюре, мясо, рыбу, да, то, с чем мы иногда с небольшими неудобствами в этом плане сталкиваемся. Здесь, пожалуйста, все это есть. И предоставляются даже услуги няни, есть мини-клуб. Поэтому для семей с детьми, для спа-туриста подходит прекрасно, и все будут довольны. Я рада передать уже такое финальное слово Изабель. Она расскажет еще про некоторые курорты, да, про которые тоже, безусловно, нужно упомянуть. Пожалуйста, Изабель. Спасибо, Наталья. Да, мы продолжаем наше виртуальное путешествие по французским горнолыжным курортам и достигнем всемирно известного Шамони-Мон-Блан. Шамони-Мон-Блан – это легенда французских Альп, и да, нужно упомянуть, наверное, о нем. Шамони-Мон-Блан очень удобно расположен прямо у подножия Монблана на границе Швейцарии и Италии в час езды от аэропорта Женевы. Несомненно, нужно напомнить о том, что Шамони-Мон-Блан отличается от всех остальных французских курортов, потому что это настоящий город во французских Альпах. У него очень богатая история. Здесь родились, здесь начался альпинизм, потом родились первые зимние игры, Олимпийские игры. Вот. Шамони-Мон-Блан – это круглогодичное туристическое направление. Сюда приезжают со всего мира, прежде всего, чтобы подняться на Aiguille du Midi. Aiguille du Midi находится на высоте 3842 метров. Подняться можно на самой высокой подъемнике Франции, на подъемнике Aiguille du Midi. Оттуда открывается захватывающий дух вид на соседнюю вершину Монблан и также круговую панораму швейцарских, французских и итальянских Альп. Там для тех, кому хочется, кому нужны острые ощущения, есть так называемый шаг в пустоту, где под вашими ногами больше километров пустоты. Вот. Приезжая в Шамони также, чтобы открыть для себя Mer de Glace. Mer de Glace – это самый большой ледник во Франции. Подняться можно по горной железной дороге Train du Mont-en-Vert. Mer de Glace est un observatoire d'un paysage, comme la Virginie Aiguille du Midi. Mais pas seulement, il y a aussi un hôtel, un refuge du Mont-en-Vert, il y a un restaurant, l'Edna Pichera, interactif, un musée de l'Ednica, et il y a beaucoup de choses. Шамони – это идеальное место тоже, чтобы открыть для себя
искусство жить по-французски. И благодаря большому количеству ресторанов, в том числе и ресторан с одной звездой Мишлен, невозможно не упомянуть о шопинге, говоря о Франции. И в Шамони действительно хороший шопинг. Там представлены все основные спортивные бренды и тоже люксовые бренды, и они предлагают богатейший выбор одежды, сувениров и так далее. Превосходное катание для всех уровней катания благодаря уникальным условиям и уникальным снежным условиям обещает Шамони. С скипасом Chamonix-le-Pas, есть несколько скипасов. Если мы сейчас смотрим скипас Chamonix-le-Pas, он включает в себя 4 зоны катания. На южном склоне Chamonix это Brévent и Flégère, оттуда открывается очень красивый вид на Монблан. Если подняться на подъемнике Пламбра и потом на канатной дороге Бревен. Это тоже зона катания Бальвалорсин и Гранд-Монте. Многие приезжают в Шамони, чтобы кататься по Белой долине, конечно. La Vallée Blanche, как мы ее называем на французском языке, это самая длинная в Европе трасса и одновременно спуск ледника протяженностью 20 километров от Aiguille du Midi до Mer de Glace. Это уникальное впечатление, да, как вы видите здесь. Это уникальная трасса, уникальный пейзаж. Это гарантия незабываемых впечатлений. И мечта ваших клиентов, если у них есть такая мечта, кататься по Белой долине и кататься в Шамони, она исполнится с помощью 800 профессионалов. Вот, есть тоже другой прекрасный скипас в Шамони, это скипас Mont Blanc Unlimited. Этот скипас включает в себя все эти зоны катания, о которых я уже говорила, и дополнительные зоны катания. Это зона катания Les Ouches, это Évasion Mont Blanc, где находится Megève, это Courmayeur и Verbier. И они тоже, то есть с этим скипасом у вас тоже есть бесплатный доступ во все достопримечательности Шамони, основные, как Aiguille du Midi, Mer de Glace и так далее. Если можно, если еще что-то поместится в программе Шамони, можно добавить другие развлечения, например, посещение недавно открывшегося спа-центра Кучи-Терм с уникальным видом на Монблан из открытого бассейна. Можно также добавить полет на вертолете, чтобы приблизиться к этим грандиозным горам Монблана. Можно, нужно, хочу сказать, потому что все эти развлечения, потрясающие развлечения, сделаются уникальное путешествие, о котором потом с теплом и долго вспоминаешь. Следующий наш пункт это Saint-Gervais-Mont-Blanc. Saint-Gervais-Mont-Blanc очень удобно тоже расположено. Если вы не слышали о Saint-Gervais-Mont-Blanc, если вы не знаете, где он находится примерно между Chamonix и Megève. Saint-Gervais это 4 поселка, но основной поселок находится на высоте 850 метров. Это 2 зоны катания, но основная зона катания это Évasion Mont Blanc, которая соединяется с Saint-Gervais с другими курортами, в том числе с Мегевом, который находится прямо с другой стороны горы, по сравнению с Saint-Gervais.
Saint-Gervais – это уникальная возможность тоже совместить и спорт, и восстановление силы, потому что в Saint-Gervais находятся знаменитые термы, но про них я расскажу завтра, более подробно расскажу завтра. Saint-Gervais знаменит своей трамвайной линией Mont-Blanc, трамвай du Mont-Blanc. Эта линия, этот трамвай доставляет и туристов, и альпинистов до вершины, откуда, то есть, и тоже альпинистов, которые покоряют Mont-Blanc. То есть, это очень важная трамвайная линия у нас в регионе. И Saint-Gervais-Mont-Blanc это уникальное апрески, это потрясающие рестораны, террасы в зоне катания с уникальным видом на Mont-Blanc, это тоже аперитив в иглу, посещение церкви в стиле барокко, и это тоже la Folie Douce, кстати, тоже там есть Folie Douce. Вот, я рассказала об этих ресторанах, вы здесь видите одну фотографию, действительно, очень-очень-очень хорошие, прекрасные террасы. Вот, мы теперь покидаем Верхнюю Савую, и мы, то есть теперь находимся в другом департаменте, он называется Isère, и он самый низкий департамент. То есть эти курорты Альпы д'Huez и Лиедозальпы, они находятся чуть дальше. Они примерно находятся примерно в 6-7 километров от Гренобля. Альпы д'Huez, его называют солнечным островом, потому что именно здесь его склоны освещаются солнцем 300 дней в году. Это очень много. Это уникально. Этот курорт находится на высоте 1800 метров. Ski in, ski out. Он предоставляет великолепные катания на трассах и вне трасс. Может быть, вы слышали, или ваши клиенты вам расскажут, или слышали об этой самой длинной черной трассе в Европе, ее называют Сарен, и она ведет к Альпы д'Huez через леднику от вершины, которая находится на высоте 3330 метров. Вот, Альпы д'Huez, в Альпы д'Huez, то есть для любителей, оживленного апрески, веселого катания, это тоже уникальное место, потому что там находится один из семи La Folie Douce. И также здесь проводится фестиваль Tomorrowland Winter, это очень большой фестиваль. Так что имейте в виду, что да, именно там, в Альпы д'Huez, проводится этот фестиваль. Теперь я кратко расскажу о Лиедозальпе. Лиедозальпе, как в тени, в Лиедозальпе можно кататься зимой и летом на леднике. Это в основном профессиональные ски-клубы, которые там катаются летом, но это открыто всем, и уже скоро откроется, или уже, да, уже скоро откроется ледник там. Лиедозальпе – это ski-in, ski-out курорт на высоте 1600 метров, то есть примерно на той же высоте, как Альпы д'Huez. Это 220 километров трасс, качественные снежные условия благодаря леднику, да, о котором я уже говорила. И это один из, то есть те, которые хотят кататься в Border Cross, в Halpaque, там им особенно пригодится, им понравится большой сноупарк Лиедозальпы. Вот, наша последняя сегодня с вами, последняя зона катания, это зона катания Le Grand Massif. Le Grand Massif, я расскажу о двух курортах Le Grand Massif, Flème с одной стороны и Самоин, это два разных курорта. Le Grand Massif находится, это очень хорошая зона катания, она находится недалеко от Женевы, что очень полезно. То есть мы уже покидали Изер и вернулись в Верхнюю Савую.
Я надеюсь, что я вас не перепутала, но вот, Флен и Саманс, то есть Флен, сначала Флен, Флен это современный курорт, 100% скинский аут на высоте 1600 метров. У него неповторимая и современная архитектура, и это настоящий музей под открытым небом, как вы здесь видите на фотографии. Там представлены скульптуры прямо на улице, скульптуры ее знаменитых художников, как, например, Пикассо, Дюбюфей и так далее. Гранд Массив – это пятая по величине зона катания во Франции, то есть это тоже очень важная зона катания у нас. И Флен предлагает уникальные развлечения. Сказать, что каждый курорт придумывает новые развлечения. И нужно вспомнить, что в Флене есть сам один трасса для вождения на льду. И детей в возрасте старше 7 лет есть уникальная возможность кататься на квадроцикле на льду. Это тоже очень интересно. И родителям интересно на льду, и детям одновременно. Наш последний курорт замечательный Самуэн. Самуэн не совсем похож на Флен. Это традиционная альпийская деревушка с пешеходным центром на высоте 750 метров. Вы, наверное, уже слышали о Самуэн или читали про него, потому что там Club Med недавно открыл новую резиденцию, поэтому они очень активно рекламировали Самуэн. И, может быть, ваши тоже клиенты слышали об этом замечательном курорте. Вашим клиентам вы можете предлагать тоже кататься по синей трассе Каскады. Это трасса между Фленом и Сикс-Фер-Ашваль, это соседний маленький курорт тоже. И она очень живописная, очень приятная, это очень красивая трасса. И Самуэн предлагает такие замечательные развлечения, как афганская ходьба. Может быть, слышали об этом развлечении. Афганская ходьба – это техника синхронизации катания на снегоступах с дыханием. Это тоже интересно, это может быть полезно потом для катания на лыжах, кто знает. Вот. Я наша виртуальная и наша презентация по 16 французским курортам завершается. Я надеюсь, что эта информация вам будет полезна для будущего общения с вашими клиентами. Как вы это уже заметили, уже знаете, наверное, у каждого курорта есть своя собственная особенность, свой характер. Но они неизменно, они, несомненно, все предлагают первоклассное катание. Они у них потрясающие отели, рестораны, магазины, и они предлагают замечательные развлечения. Благодаря этому, то есть какой бы курорт ни выбрали ваши клиенты, это все равно будет хорошее решение, потому что отдых во французский раль порадещает незабываемые впечатления, которые запоминаются на всю жизнь. Еще раз я благодарю вас за внимание и буду рада снова с вами встретиться завтра. Изабель, спасибо огромное. Мы благодарим вас за то, что присоединились к нашему вебинару. И когда есть действительно такой вот свой человек во французских Альпах, который вот прямо сейчас, прямо там с такой любовью рассказывает, безусловно, это заряжает нас всех на то, чтобы успешно поставлять к вам таких же заряженных любовью к французским Альпам туристы. Я надеюсь, что у нас будет для этого все возможности в будущем зимнем сезоне. Спасибо большое. Завтра будем снова рады видеть вас на наших вебинарах. Коллеги, мы вас приглашаем. Завтра подключайтесь. Вам хорошего дня и, безусловно, изучайте, бронируйте и влюбляйтесь во французские Альпы. Всем пока! Пока, спасибо, до свидания. Хорошего дня!